закончили проклейку вибропоглощающими материалами. Все материалы предварительно разогреваются. И при проклейке все прокатывается валиком. Все материалы усилены. Толщина до 4 мм. Вот так выглядит теперь багажник у нас Форда. Максимально сняли вибрацию также в салоне автомобиля. Все тщательно проклеено и тщательно прокатано. Арочки со стороны салона также все проклеено усиленно. И двери, первый слой вибро проклеен. Также на горячую. Вибра предварительно разогрета и прокатана при монтаже валиками.